Проблемы импортозамещения стали основной темой форума «Иннопром-2015», который открылся в Екатеринбурге и считается главной промышленной выставкой страны. В ее работе принимает участие Дмитрий Медведев. Перед заседанием премьер побывал в павильонах, где представлены новейшие разработки. Так, «Уралвагонзавод», известный на весь мир как производитель танков, уже не первый год демонстрирует и гражданскую технику. На этот раз посетители увидели бульдозер. Его создатели большое внимание уделили дизайну. На «Иннопроме» широко представлена продукция предприятий из Китая, который получил статус стратегического партнера выставки. Специалисты КНР привезли в Россию авиационные и космические разработки. Позже, во время заседания, Дмитрий Медведев особое внимание обратил на важность подобного партнерства. Мы особенно признательны тем нашим партнерам, которые не изменили своих планов, продолжают инвестировать в действующие новые проекты, готовы участвовать не только деньгами, но и знаниями, технологиями, компетенциями. В этом году у форума впервые появилась страна-партнер. Это Китайская Народная Республика. С китайскими коллегами у российских промышленных компаний налажены широкие кооперационные связи в самых разных отраслях, и в машиностроении, и в металлургии, и, конечно, в энергетике, в нефтегазовой промышленности, в легкой промышленности.